Так, едем, тут же камера тоже у нас снимает. Да, ну, тут можно объехать. Едем, уже человек стоит на трассе, ждет нас с трамблером. Сейчас, блин. Сейчас заберем трамблерчик. И, наверное, даже заведемся, я думаю. Еще и покатаемся. Так, смотри на температуру. С нас ничего не течет. Смотришь на температуру? 260. 260 градусов. И что пишет? Check engine или что? Да, да, чек загорелся. Ну, перегрелся. Где-то я что-то провтыкал. Блин, и воду всю с утра, всю воду с машины выложил. Это заляпано просто место. Не, ну заляпано то давно. И она... А, не, вот что-то капает. А что-то у тебя... Вот капает. Капает что-то, капает. Палка. Где? Вот. А, и дымишь. Ага. Ей пробили, наверное. Пробили? Посмотри. Да, мокрый радиатор. Сука. Ты только что разворачивался там. Так, ну можешь этому человеку позвонить и сказать, чтобы он от лагеря ехал, да, прямо. 2,5 пробили. Километра. Мы стоим. Вот эта дыра. Тупо кусок радиатора, блин. Завернулся. Если он починится, да. Он, бедолага, и сам выйдет. Полная жесть. Вон кусок радиатора. Они уже второй раз туда. Я вчера был тоже в шортах. Это тут было, мы провалились. А вот заезжай, да. Там вон бревно там справа лежит, там где провалились. Да, ребята, да, он нам слева от них, вот слева от них заезжай сюда, да. Пацаны реально удивлены. Вот. Ехали, стой, ехали, тормози. Стали. Все, вторая. Тут, блин, радиатор. Сейчас. Радиатор нам еще нужен. Твой. Я еще одну машину сломали. Да. Блин, в минусах. Да. Сейчас. Ох, вы легко одеты, ребята. Будет дрифт на болоте. Фолловеры узнали эту машину. Узнали эту машину. Я это самое. Ты никакой не штурман. И вообще. Сейчас покажу, где. Подожди, где я стоял. Идите. Не, радиатор пробил. Да, вот. Вот это вторая половина палки. Вот эта палка была вот так. И она зашла изнутри в радиатор. Через пробила диффузор, дырка в диффузоре. Второй кусок палки лежит в машине. Вскипели, да? Ну да, уже на асфальте я выехал. Смотрю, чек горит и зашкалена температура. Да, так что паркуйтесь в лесу осторожно. Для всех, для меня и для остальных наука. Короче, лучше выйти лишний раз руками, отбросить какие-то палки, бревна. Независимо, машина все-таки... В УАЗе радиатор, конечно, правильнее расположен, он на крыше, в бомбе тоже. Что, сейчас запчасти тут, сейчас пойдем ставить. Блин, кино продолжается, приключения не закончились. Радиатор пробит. Ну ничего, машин много у нас. Только что Ланос привез запчасти, все починили. Теперь китаец тянет американца. Такое кино у нас разнообразное сегодня. И Ланос, и Opel Astra, и китайские автопром, и Neo Warwar, и Grand Cherokee. Все, короче. Что-то поломали, что-то починили. На чем-то покатались. День прошел неплохо. Да, так. В лесу, конечно, задним ходом надо сдавать осторожно. Радиатор даже спереди-то он
достаточно нормально там защищен, там и бампер силовой, и решетки, и все остальное. А с внутренней стороны получается пластик пробило, и все. Сейчас едем в лагерь отель Трофи. Там соберемся и домой на веревочке. Смотрите, смотрите, кто. Передайте эстафету почетную. Передай. Не-не-не, на камеру нормально передавайте конец. Передавай, Андрюха, принимай. Это самый суровый, но один из самых суровых. Ты будешь цепляться. Да сейчас все есть, не очкуй. Такой. Шакл есть, на. Это специально для твоей машины, блин, по размеру. Да. Давай, спасибо. Все, пацаны, пока. Пока. Давай, все. Так. И да не так. Дрова в лесу убирать надо, блин. Было ж время. Да, там мы съедем прямо, да? Подъезжай. Короче, вот следующий наш тягач, блин, немножко он поскромнее, но, блин, очень суровая машина, блин. Смотрите, как выглядит по-модному, диски у нее, диоды, блин, все, блин, короче, зачет. Эстафету получили. И тут диоды, блин, да ты что тут? Хорош, Макс! Трюк буксировочный. В прошлый раз не отпал, я думаю, этот раз не отпадет. Потихонечку, не спеши. Знаешь, как поедем? Я думаю, через этот. Сейчас. Мы едем. Что тут со скоростью? Что-то видно. Вон, мост Патона светится, кому видно с той стороны. Главное успеть затормозить друг. Березняки тоже освещаются. Блин. Эта часть заброшена, никому ни до нее нет дела. Ну да, наверное, если бы знали, что мы будем ехать, то нам бы включили, наверное, свет. Ну, конечно. Раздатка же выключена, я завел. Гранд Чероки жив, заводится. Паркуемся самостоятельно. И домой. Не, Русь, не так. А, ну или так. Выйдешь, да, Русь? Да. Все, нормально. Отлично. Я думал, что типа вот так вот. Можно снять, как это делается? Ну вот так. Радиатор за 2 секунды разбирается. Ну как, грязный? Не? Будет что, сразу видно? А, у вас волшебный шланг, да? Блин, все просто и быстро. Не, если забитый, то понятно. Ну как, он там не глобально, но вот так вот радиатор работает на сколько процентов? На 10, на 20? Не, на 10 где-то, да, наверное? Третья часть работает. Третья часть? Ну да. Ну на 30% работает, да? Понятно, причина, чего греется машина, да? Понятное дело, что будет греться. 4,7 для... Радиатор получается у нас вот такой, да, где-то? Да, там есть, ты
Да. Как полтаврического. Павритов? А, ну, нормально. У меня сейчас меньше этого, да? Намного. Сегодня дождь. И только суровый взял радиатор в руки, вышло солнце сразу. Может, так останется? Сразу вышло солнце. Ну перевернишь, покажи фолловерам, что произошло. Я ж тебе блутузик потом скину. Скинем. Все, новый, видишь? А этот, а имитация где? А что ты, ну, не забрал его, чтобы они его пробовали запаять его? Думаешь? Да, что, ну, ты... Осторожно, не поцарапай, елки-палки. Как ты обращаешься с радиатором? Ты же американский. Ну блин, зверь ты суровый. Давай до семейки тут еще упадем, чем лучше. И что ты скажешь? Что скажешь? Уставим этот и едем. Ну подтекало вчера, слава, я пробовал Богу, воду что... доливать. Слава Богу, что не придумал на крышу переносить. Слышь, а, а кусок пластмасски с той дырки есть там внутри? Нет, высыпался. Потерялся, да? Так надо чем-то за это. За что? Ну чтобы не было утечки воздуха. Да, точно. А что, у него же тяга появляется за счет пропеллера. Ну, так, да, все чисто тут у нас. Получается пропеллер, появляется тяга, еще три лошади добавляется. У беременной лошади в два раза больше лошадиных сил. Чем у беременного сокола? А эти лопасти специально смещены, да? Звездочки. Наверное. Не, ну просто... Я сказал, что вот здесь, вот сдвинуто сюда. Ну да. Не так, а типа две вместе, а там... Все, переносим на крышу. Нету вибрации. Не, значит так. А зачем такое делать? Не знаю. Я тоже, да. Ну вот видишь, как-то что-то они придумали. Что-то причем знаю. Это штамп. Это они не двигаются. Это такой общий штамп, что вот он такой какой-то. Знаешь, тут две, а там три. Такое что-то. Ну просто. Хотя казалось бы, да? На оси. Хочется все симметрично, чтобы. Ну, казалось бы, чтобы он был, да, симметрично. Да, вот так. Мы покатались. Вот так все забито жестко, хотя не так давно ставили и мыли все. Коробочный отдельно у нас радиатор, слава богу, с ним ничего. С этой стороны балочка погнута наша тоже. Ну, это за много лет, по чуть-чуть. По несколько раз. И так она приобрела. Один раз нас малохольный дергнул. Не было за что цеплять. Он с разгона, я не успел ему сказать, что надо потихоньку. Он со всей дури, ну, не вырвал, но погнул. Такие дела. А, так, очередная покатуха Руслана на Толокуне. Сучок вот. А может так оставить? Смотри, какой упор прикольный. Ну, подрамник немного кривой, погнул чуть-чуть. Там сейчас кувалда его вниз опустит. Шурка, ты не это сфоткал? Вот это, как он красиво, красиво. Да, гоняет. Обалдеть. Это оттуда, ну, палка? Да. Может, запаяем? Да. Может, запаяем? Ну, переверни его с этой стороны под диффузором. Диффузор там целый? Красиво. А, он диффузор, видишь, так, через диффузор зашла, она отсюда зашла. Подожди, будем хронологию событий. Вот так вот. Что, серьезно? Да, он наперек налетел, получается, вот. Подожди, это не спереди, это задним ходом сдавал. Наверное, заехал, задом поехал. Так целое, типа. Радиатор где-то с ремонта, должны уже сейчас позвонить. Что, а готов? Это, это охладитель коробки. Наверное, что. Все летит. Я не засрал тут просто.
Кстати, воздуха надо что-то. И алёдовой водой. Паузу сделай, я подъеду, покажу. Это с радиатора летит. Какаши вот эти. Надо осторожно в сторонку, чтобы точно будет. Будем смотреть со стороны, чтобы там дальше. Какулька. Это с радиатора. Вот я когда дую, оно с той стороны, сколько там будет вылетает и на руку. Да. Машина где-то ездила в лесу? Нет, в болоте. Так выглядит, прошло пару часов и все стоит на месте. Суровые просто волшебники мне прокапиталили, все поставили. Осталось залить антифриз, балку вернули назад, чтобы стало все в креплении. Постучали, ну чуть-чуть не доровняли, конечно, но это такое, они не рихтовщики. Но радиатор стоит на своем месте. В диффузоре дырку, конечно, не заделали. Так что сейчас заливаем антифриз и можно ехать. Вот этот предмет. Все, все. Работает идеально. Иногда тарахтит, правда. И правда. Я уже выкладывал перед этим, как ляпает, цокает. То так, непонятно что. Мотор выжил, будем считать. Стоит на месте. Будем считать, что починили. Все, суровые все починили. Гранд жив, едет. Едет отлично. Сейчас протестируем его. Я думаю, никаких сюрпризов быть не должно. Радиатор помыт. Все стоит.
все оживили, все хорошо. Осталось дождаться встречи с БХ-7 после длительного перерыва. Конечно, но тоже едет ничего.